Доброе утро всем подписчикам и гостям моего канала, нашего канала с Кузей. Да, Кузь? Да. Угу. Да. Мы опять гуляем. Я тут посмотрела на... Даже не знаю, кто это, сосна или ель. Вообще-то она всю жизнь у нас была зеленая. А вот сейчас посмотрите. Она стала голубой. Она что, замерзла? Как так получилось? Интересненько. Абсолютно голубая ель. Так, у меня Кузя убежал. А у меня Кузя убежал. Идем дальше. Как интересно. Даже зимой что-то какие-то метаморфозы происходят. Так. Куда делась эта маленькая собачка? Маленькая. Ага. Ну как, естественно. Там тоже надо все проверить. Вот он. Так. Расписался, что этот объект проверил. Ну чего посмотрел, не пошел? Сугробы для тебя большие очень, да? Вот ленище. Тут по дорожкам ходит. Вчера мы снегоуборщик заводили. Посмотрите, какие у нас идеальные дорожки. Просто прям вообще. Он побежал, пожалуйста. Просто идеальные, прям. Тут все идеально обрезано. Да, Кусь? Ой. Ты туда хочешь? Ну, я тебя сегодня туда посажу. Да. Надо же немножечко как-то сегодня. Не холодно, хорошо. Что я прям сегодня оператор вообще никакущий. Никакущий я оператор. То Кусь убегает. То снимаю, не пойми чего. Пошел. Ну все, Кузя убежал. Пошел весь периметр проходить. Ой, я свет забыла выключить. Да это уже сейчас домой. Посмотрите, сколько снега на крыше. Представляете? Вы представляете, у курочек сколько снега на крыше? Вот это да. Так. Ну и где этот Кузьма Иринович? А, нет, вот он ходит здесь. Проверка продолжается. Вот сейчас задом будет выходить кто-то. Опс, опс, опс. Все проверил. Молодец. Что, дальше идем? Что у нас еще не проверено-то осталось? Пусть. Там вроде были уже. Уже туда ходили. Если только по снегу полазить, Кузя. Давай по снегу. Кузя, Кузьма. По снегу походим? Давай, давай, залезай, по сугробам полази. Там надо обязательно проверить. А как же? Давай вперед. Кузьма, вперед. Командует она мне тут. Такая прям смешная. Ты куда пошел-то, алло?
глупости, сегодня какой-то неразговорчивый. Рассказал бы хоть что-нибудь. Стоит, ждет ведь меня. Молодец. Да. Ну что, пойдем? Пошли, пошли, не стоим. Пойдем. Ты все сделал, Гусь? А, спать. Я поняла. Все. Можно спать идти, я поняла. Да. Да, зайка. Мамина зайка. Ну, пошли, спать будем. Ребята, всем хорошего дня!